Привет, котят, с вами Жан. И, кстати, я делала трейд. Короче, она, девочка мне давала такую, такую, не знаю, как Саня, наверное. И еще девочка мне давала этот, как там, как это назвать? Вот это и вот это. Я ей давала, знаете, что я ей давала? Так, я ей давала вот эту машину и дверь. Ну, покажу, какую дверь. Вот такую, за робуксы. Вот она вот такая. Я потом куплю, но у меня сейчас нету робуксов. У меня только 3 робукса, и я не могу их, ну, купить, короче. И я поняла, что мне срочно нужно что-то сделать. И она мне подарила того пета, который у меня есть. Вы понимаете эту? Это же так круто. Блин, я в шоке. Я настолько в шоке. То, ребята, то мне подарили дракона сегодня. То подарили еще что-то. Я в шоке. Я в таком шоке. Я просто, у меня мурашки по коже. Как? 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 Это вопрос, знак. Вы понимаете, какая это шутка? Это такая шутка, я что реально в шоке. Трейд. Чё? А чё будет, если я дам пуму? Так. Hello, amigos, это no, please, candy. Мы тебе сами можем это подарить. Хочешь? Хочешь вот это сосиски? Колбаски? Чё? Ну, конечно, она откажется, потому что простые петы. Ребят, я в шоке. Я в этот день получила и дракона, вот этого милого, такой дракончик. Такой дракончик милый. Вообще такой милый дракончик. Получила вот такого пета обычного. Ну, он простой. Я подарю. Ну, можно сделать Леонова, но мне не надо делать Леонова. Пусть у меня останется свой. Так, где у меня... Так, это еще. Это что, мне подарили? А, это она еще подарила. И вот мой простой, по-моему. Мне кажется, вообще не их миллиарды. И быки у меня Ларри. И вот этот бычок. Стоп. У меня 2 быка. Вау. Ну, пусть останется 2 быка. У меня сначала было 1 бык. Бык. И он потом приводит. Ну, у меня теперь 2 быка. Значит, давайте я больше не буду делать драйв. И сегодня я попрощаюсь с вот этой пумой. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.